Здесь водкой не пахнет. Саратовские полицейские провели рейд по магазинам. Искали контрафактный алкоголь. Правоохранители обошли около 10 точек. В итоге нашли нарушение. Торговали паленой водкой прямо с прилавков. При этом акцизы и документы у товара были. Но, как выяснилось позже, поддельные. Всего полицейские изъяли около 300 бутылок водки. А горе-предпринимателям теперь придется платить немалый штраф.